Насыщенная программа из песен, романсов и стилизованных танцев – такой коктейль эмоций дарили со сцены российские артисты брещанам. Любовь горожан к коллективу из Волгограда взаимна и длится не один год. Татьяна Мендель, как истинный профессионал своего дела, имеет отличное чутье и всегда правильно подмечает, чем увлечь и чем порадовать брестскую искушенную публику. И на этот раз организатор не прогадала. В зале областного общественно-культурного центра не было свободных мест. И это, несмотря на скромную рекламную кампанию. В первую очередь я женщина, мама, а потом уже администратор, директор, продюсер, шоумен. Ну, дети – это наше будущее. И смотреть равнодушными глазами на то, что где-то что-то плохо, что-то не так. Не надо уповать на государство. Государство нам никогда ничего не должно и не будет должно. Надо просто исходить из той позиции, а что я могу сделать, чем я могу помочь. Просто это детско-социальный приют, где детки из разных неблагополучных семей. И хочется создать максимально приближенные условия к домашнему теплу. Идея сбора средств для брестского приюта родилась у Татьяны Мендель давно. Остаться в стороне от существующей проблемы не представлялось возможным. Ознакомившись с ситуацией, женщина сразу же взялась за дело. Организовала благотворительный тур ансамбля «Казачья воля» в Брестской области. К слову, билеты расходятся на ура. А это значит, цель Татьяны Мендель достигнута. Плюс ко всему, осуществлена задача привлечь внимание как можно большего количества людей к существующей проблеме. Показать, как важно неравнодушие людей в том, что касается помощи детям. Я занималась в прошлом году 2 месяца ремонтом в спальне для детей, где находятся дети дошколята. Мной сделан за собранные средства тоже от концертов. Значит, сделан ремонт в спаленке. Сейчас я планирую сделать ремонт в игровой комнате. Игровая комната гораздо больше по размерам. Она порядка где-то 70-75 квадратов. Там надо делать абсолютно все. Там и вопрос с полом стоит, вопрос со стенами однозначно не обсуждается. Подшивать потолки надо, все-все. Просто хочется, чтобы у деток действительно был уют, было тепло, было хорошо. А вообще я планирую как-нибудь, если даст Бог, получится взять шефство над этим детским социальным приютом. План у Татьяны Мендель действительно грандиозный. Инициативу, направленную на оказание помощи детям, полностью разделяют артисты ансамбля «Казачья воля». Мы достаточно легко откликнулись на предложение Татьяны Мендель о том, чтобы принять участие в благотворительной акции «Купи билет, помоги детям», поскольку мы понимаем, что благотворительность – это очень важная часть, составляющая нашей жизни. И если не мы, то кто же еще может детям помочь? Тем более, если мы это можем сделать своим творчеством. Вы знаете, какое это всегда чувство спокойствия, что вот, слава Богу, я где-то пригодилась. Других чувств нет. Моя семья меня, слава Богу, поддерживает, помогают усердно, и дочь, и муж. Может, еще сказывается то, что я вообще по образованию педагог, дочь педагог, может, где-то педагогическая жилка какая-то у меня вздрогнула. Но, ну, естественно, конечно, в первую очередь материнский инстинкт. София Бережная, Денис Величкевич, Антон Луговкин, телекомпания «Бук ТВ».